Издательство «Просвещение», Яскевич Тереза Алевтиновна. И сегодня пойдет речь о таком важнейшем направлении в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, а конкретно детей с интеллектуальными нарушениями, с легкой умственной отсталостью, как формирование жизненных компетенций. И о том, как эти жизненные компетенции формируются при изучении курса «Мир природы и человека». И начнем сначала, начнем с определения слова «компетенция». На самом деле слово «компетенция» используется во многих контекстах и с различными значениями, но мы имеем в виду значения, которые относятся к социальным, жизненным контекстам. И здесь есть такое определение. Компетенция – это способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. Соответственно, жизненные компетенции, о которых мы говорим, это навыки, знания, умения и способы их применения, необходимые ребенку для максимально возможной независимой и самостоятельной жизни. В случае нормально развивающихся детей и нормальной социальной ситуации, социальная адаптация ребенка происходит за счет такого спонтанного усвоения информации об окружающем мире, за счет навыков, которые получает он в своей семье, при общении со сверстниками, со взрослыми, ну и так далее. Для ребенка же с ограниченными возможностями здоровья, для ребенка с умственной отсталостью, даже при благоприятных семейных условиях требуется систематическая специальная педагогическая помощь для формирования жизненной компетенции. Так как спонтанно этот ребенок в силу своих особенностей не в состоянии сам включиться в социальную среду, сам понять общественные условия, жизненные правила. Жизненная компетенция рассматривается в структуре образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ментальными нарушениями, как овладение знаниями, умениями и навыками, которые уже сейчас, в данный момент, нужны ребенку в его повседневной жизнедеятельности. Ну и вот небольшая цитата, известный наш педагог, психолог Лев Семенович Выгодский отмечал: «Социальное воспитание умственно отсталого ребенка является единственно состоятельным научным путем его воспитания». А успех социализации ребенка с умственной отсталостью зависит от того, как у него сформированы жизненные компетенции. Поэтому можно сказать, что весь процесс обучения и воспитания детей с интеллектуальными нарушениями направлен на формирование у обучающихся жизненных компетенций, которые обеспечивают, собственно, адаптацию детей к различным условиям жизни. Следует отметить, что само понятие «жизненной компетенции» впервые было введено в научный оборот Институтом коррекционной педагогики РАО в начале 2000-х годов по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья именно. С 1 сентября 2016 года введен стандарт, федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью и интеллектуальными нарушениями, в котором в структуре содержания образования выделяются два взаимодополняющих компонента – академические и жизненные компетенции. В принципе, выделение этих двух компонентов в любой содержательной области образования целесообразно для всех обучающихся, но оно совершенно необходимо для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, для которого формирование его жизненной компетенции имеет особое, огромное значение. Соотношение данных компонентов академического и жизненной компетенции определяет вариативность и программного содержания и результатов обучения. И это дает возможность для выбора
наиболее оптимального пути развития каждого обучающегося с учетом его индивидуальных особых образовательных потребностей. Причем, чем тяжелее дефект развития учащегося, тем больше возрастает значимость компонента, именно компонента жизненной компетенции. Академический компонент рассматривается в структуре образования детей с УВЗ как накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в жизни. То есть овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено на их реализацию в будущем. А компонент жизненной компетенции рассматривается как овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас, на данный момент развития, необходимыми ребенку в повседневной жизни. Этот компонент создает условия для развития отношений с окружающим миром. Для формирования жизненных компетенций требуется систематическая психолого-педагогическая помощь, поэтому и работа над формированием жизненных компетенций обязательно включается в содержание образования, причем включается в весь учебно-воспитательный процесс, во всю урочную и внеурочную деятельность. И еще цитата из стандарта. Также в стандарте определено, что планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью, адаптированы основной общеобразовательной программы, представлены личностными и предметными результатами. Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы включают индивидуальные личностные качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. А предметные результаты освоения АОП включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность к их применению. В отличие от детей с нормативным развитием, у которых социальное развитие происходит непроизвольно, спонтанно, дети с ограниченными возможностями здоровья, в частности, вот дети с умственной отсталостью, как правило, не в состоянии самостоятельно освоить какие-то приемы или образцы решения социальных задач, бытовых задач. Личностные качества у детей с интеллектуальными нарушениями формируются только при условии целенаправленного обучения и воспитания. И при этом должны учитываться особенности данной группы детей, такие как нарушение познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, когда присутствует недостаточная способность к распознаванию и описанию своих собственных эмоций, эмоций других людей, нарушение моторики. Эти нарушения, конечно, затрудняют процессы социализации детей. Следующее. Вследствие органических нарушений у детей снижается устойчивость к психофизиологическим нагрузкам. Деятельность ребенка может сопровождаться недомоганием, быстро наступающим утомлением. Затрудняет овладение умениями в повседневной жизни на социально-бытовом уровне и слабая сформированность регулятивных процессов. А это сложности с целеполаганием, с целенаправленной деятельностью, с планированием своих действий, с прогнозированием того или иного результата своей деятельности, сложности с принятием решений, с самоконтролем. Часто присутствует завышенная самооценка у этих детей. Ребенок с легкой умственной отсталостью может воспитываться в семье с особым к нему отношением со стороны окружающих, с чрезмерным вниманием в условиях так называемой гиперопеки. Или же наоборот, как, кстати, тоже бывает нередко, довольно часто, такие дети воспитываются в неблагополучных семьях, в условиях недостатка внимания. И то, и другое, и гиперопека, и гипоопека затрудняют формированию ребенка способности действовать самостоятельно. У обучающихся с легкой умственной отсталостью отмечается системное нарушение речи.
И трудности коммуникации возникают не только из-за особенностей речевого развития, особенностей познавательного развития, но они связаны также и с ограниченным социальным опытом. И у этих детей картина окружающего мира может быть недостаточно полной и подробной. Представления об окружающем мире у них фрагментарные, стереотипные, ограниченные некоторыми привычными конкретными ситуациями. И это, опять же, связано в том числе и с ограниченным опытом контактов с окружающим миром. В целом, жизненные компетенции – это совокупность знаний, умений и навыков, необходимых человеку для успешного существования в обществе. Остановимся на основных компонентах понятия жизненной компетенции, в соответствии, собственно, с которыми и определяются основные направления коррекционной работы в развитии жизненных компетенций у детей с интеллектуальными нарушениями. Но дальше в презентации мы в нашем вебинаре чуть подробнее остановимся на этих направлениях. Сейчас я их кратко перечислю. Итак, первое направление – развитие у ребенка адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми, способности со взрослыми, в том числе по вопросам медицинского сопровождения, созданию каких-то специальных условий для его пребывания в школе, представления о собственных нуждах. Второе направление в сфере развития жизненных компетенций – это овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. Это формирование активной позиции ребенка, веры в свои силы, стремление к самостоятельности, независимости в быту, освоение, сюда же входит устройство домашней и школьной жизни. Третье направление – овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия. Здесь в том числе обогащение опыта коммуникации ребенка и с близкими, и с другими окружающими людьми. Четвертое направление – осмысление и дифференциация картины мира, упорядоченной во времени и пространстве. Это обогащение опыта реального взаимодействия ребенка с бытовым окружением, миром природы, природных явлений, формированием адекватных представлений об опасности и безопасности. Пятое направление развития жизненных компетенций – это осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. Это формирование таких знаний, как знание о правилах поведения, освоение необходимых социальных ритуалов, какие-то допустимые границы социальных контактов, ну и так далее. Для ребенка с интеллектуальными нарушениями, для освоения вот тех перечисленных умений и навыков требуется, уже об этом говорилось, систематическая специальная педагогическая помощь с учетом его особых образовательных потребностей. Поэтому работа в сфере жизненной компетенции включается в содержание образования и осуществляется и в урочной, и во внеурочной деятельности. Причем предусматривается в соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся внедрение специальных учебных предметов, способствующих формированию представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира. Ну вот об этом говорится и в стандарте, выдержка из стандарта представлена на слайде. А, собственно, эти предметы – это предметы естествоведческого цикла. И именно содержание предметов естествоведческого цикла несет в себе огромный потенциал с точки зрения развития
психике ребенка, формирование нравственных, эстетических начал, жизненных компетенций. Курс «Мир природы и человека» является таким начальным звеном формирования естествоведческих знаний. Этот курс – это пропедевтика обучения предметам, уже последующим предметам естествоведческого цикла. Содержание дисциплины «Мир природы и человека» базируется на знакомых детям объектах, явлениях окружающего мира и дает учителю возможность постепенно углублять сведения, знания о живой и неживой природе, причинно-следственные связи между природными явлениями и человеком, и жизнедеятельностью человека. Развиваются умения наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. Курс «Мир природы и человека» должен таким образом заложить основы для изучения в дальнейшем таких базовых предметов. Здесь на слайде они представлены. Это природоведение, биология, география. То есть создать такую преемственную систему знаний. В стандарте, в требованиях к адаптированной основной общеобразовательной программы указаны основные задачи реализации содержания предмета «Мир природы и человека». Это формирование представлений об окружающем мире, живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. И также задачи, направленные на формирование жизненных компетенций, развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. Кстати, есть интересные данные исследований знаний, представлений о мире природы и человека у обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Такое исследование проводилось среди школьников младших классов. Так вот, представление о себе, о ближайшем окружении, строении человеческого тела, органах чувств и их функциях в той или иной степени у детей имеются, но эти представления фрагментарные и неточные. Представления об объектах живой и неживой природы тоже недостаточно точны, они не отражают взаимоотношений между объектами и явлениями окружающего мира. Но наибольшую трудность для обучающихся младших классов с интеллектуальными нарушениями представляет осмысление и объяснение причинно-следственных зависимостей в мире природы. Наиболее трудными для детей стали вопросы, связанные с пониманием временных и сезонных изменений в природе. Ну и вот здесь... Так, извините, немножко перескочилась. Здесь представлен состав учебно-методического комплекта «Мир природы и человека». Это, соответственно, сами учебники. Они входят в федеральный перечень учебников. Номера представлены в табличке на слайде. Также в учебно-методический комплект входят методические рекомендации для педагога. Причем составной частью методических рекомендаций является рабочая программа с описанием содержания курса для всех классов с 1 по 4 классы, личностных, предметных результатов обучения, с тематическим планированием уроков для каждого года обучения. То есть это такие, по сути дела, авторские рабочие программы, которые педагоги также могут использовать. Методические рекомендации доступны для скачивания на сайте издательства, на страничке соответствующего учебника. Образец такой страницы с активными ссылочками вы видите на слайде. К учебникам также разработаны электронные формы учебников. Электронные формы представляют собой такие электронные издания, которые
по структуре и содержанию соответствует печатной форме учебника, содержат адаптированный под электронный формат иллюстрационный материал, а также дополнительные мультимедийные элементы, есть обязательно средства контроля и самоконтроля, это специальные рубрики, тренажер для самопроверки и рубрика контроль, это уже для, соответственно, контроля знаний ученика учителем. И также в учебно-методический комплект входят рабочие тетради, они разработаны с 1 по 4 классы. Далее посмотрим, как идет работа по формированию жизненных компетенций в курсе «Мир, природа и человека». Причем очень важно понимать, что формирование компетенций идет и при работе с материалами учебника, а также в ходе бесед, которые являются одним из основных методов обучения предмету «Мир, природа и человека». Ну, о методах обучения чуть позже тоже будет еще несколько слов. Идет работа над формированием компетенций в ходе практических занятий, которые проводятся на уроках, в ходе экскурсий. И начнем с развития у младших школьников с интеллектуальными нарушениями адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, как это происходит в рамках изучения курса «Мир, природа и человека». Здесь идет работа над тем, чтобы ребенок мог адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и что нельзя в еде, в физической нагрузке, в приеме медикаментов, в каких-то других вопросах, чтобы он мог обратиться ко взрослым при проблеме со здоровьем или при затруднениях тех или иных в учебном процессе, он мог сформулировать запрос о специальной помощи. Также важно, чтобы было понимание ребенком того, что пожаловаться, попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, это необходимо и это не стыдно. Умение различать социальные или учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для их разрешения. И те ситуации, вот ребенок тоже должен это понимать, и различать те ситуации, в которых можно найти решение самому. Ребенка надо научить выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и научить объяснять учителю или какому-то другому работнику школы необходимость связаться с семьей для принятия каких-то решений, например, в области жизнеобеспечения, например, там тот же прием медикаментов или какие-то еще другие вопросы. И надо, чтобы ребенок мог сформулировать свой запрос о помощи. И какие задания учебника и рабочие тетради помогают в формировании этой компетенции? Здесь и далее на последующих слайдах представлены лишь, конечно, некоторые примеры материалов учебника, которые направлены именно на формирование той или иной жизненной компетенции. На самом деле в каждом разделе есть задания, направленные на развитие жизненных компетенций. Они отмечены в учебнике специальным значком. Они представлены в различных формах. Это и наблюдение, это и практические задания, дидактические и подвижные игры, это художественная литература. И, в принципе, весь материал учебников имеет ярко выраженную практическую направленность. Ну, в частности, вот это направление, сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, а в частности, умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя, может реализовываться при изучении темы «Гигиенические навыки» в первом классе. На слайде это первый разворот, когда мы объясняем детям
собственно, правила гигиены. Разбираем эти правила с помощью рисунков учебника. На уроке составляются рассказы о правилах гигиены, дифференцируются предметы по их назначению, по их использованию. Или же во втором классе тема питания человека, правила питания. Когда мы изучаем с детьми, отрабатываем в том числе и при помощи рисунков навыки правильного питания. Как есть, что есть, когда лучше есть. Также на уроке для дополнения, для углубления, для закрепления программного материала и также, что очень важно для смены деятельности детей на уроке, мы рассмотрим задания по этой теме в рабочей тетради. На слайде, ну так вот немножко наискосок, расположен в разворот рабочей тетради, в ней и задание на повторение материала учебника, и задание на рассуждение, на размышление. Ну, например, такое: подумай, почему люди не едят ночью. Ну, наверное, иногда можно услышать довольно интересные ответы от детей на такие вопросы. Также представлены практические задания на раскрашивание, на работу со схемами. Или в третьем классе учимся оценивать, правильно реагировать, например, на ситуацию с простудным заболеванием, на повышение температуры тела. Что надо при этом сделать? Это и определенные навыки пользования термометром, это и понимание необходимости обратиться за помощью, обратиться к врачу. А что нельзя делать? Нельзя лечиться самостоятельно. И также используем рабочие тетради с практическими заданиями, дополнительным материалом, закрепляем приобретаемые умения. Из заданий, предложенных в тетради, учитель может выбрать те, которые представляются ему наиболее значимыми на данном уроке для данного конкретного ученика. Тетрадь может быть использована на разных этапах урока за счет того, что в ней собраны различные упражнения, как для контроля за качеством знаний, для актуализации знаний, так и упражнения, направленные на получение и каких-то новых дополнительных знаний. Извините, что-то у меня немножко подвисло. Следующее направление развития жизненных компетенций — овладение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни. Недостаточно сформированные социально-бытовые умения оказывают влияние и на качество социальной адаптации в школе. У детей с умственной отсталостью развитие и формирование бытовых умений и навыков не протекает произвольно, как это происходит у детей с нормативным развитием. Формирование навыков – это целое направление работы с такими детьми с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, с учетом зоны ближайшего развития. При изучении курса «Мир природы и человека» этому направлению коррекционной работы уделяется большое внимание. Идет работа над такими навыками, например, как владение навыками самообслуживания, стремление к самостоятельности и независимости в быту, помощи другим людям, такими как освоение правил устройства домашней жизни, разнообразие повседневных бытовых дел, это и приготовление еды, это покупки, поддержание чистоты в доме, создание уюта в доме и так далее, понимание предназначения тех вещей, которые окружают нас в быту. Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в каких-то областях домашней жизни, умение ориентироваться в устройстве школьной жизни, в том числе освоение норм школьного поведения. Это и адекватное поведение на уроке, это умение ориентироваться в расписании занятий, умение самостоятельно подготовиться к уроку. Надо
стремиться, чтобы дети умели включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие и в подготовке, и в проведении различных школьных мероприятий. И примеры из учебников. Первый класс. Например, в разделе «Неживая природа» для каждого времени года есть параграф «Одежда и занятия детей», соответствующее рассматриваемое время года. В этих разделах дети выбирают подходящую для этого времени года одежду, обсуждают занятия, игры, которые возможны именно в этот период. Или во втором классе в разделе «Неживая природа», когда дети выполняют задания по определению занятий членов семьи, по иллюстрациям. Они в это время осваивают и основные правила устройства домашней жизни, разнообразие повседневных дел разных членов семьи. Можно сказать, они осваивают семейный уклад. И в этом же разделе задание. Приготовь дома вместе со взрослым настой шиповника. Ну, там дальше, как готовить. И угости взрослых и пригласи друзей. То есть также тоже развиваются такие компетенции, как представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные повседневные дела, в какое-то совместное, в какие-то совместные действия, принимать посильное участие в тех или иных областях домашней жизни. Ну или вот в третьем классе в разделе «Питание человека» представляется информация о разных видах продуктов питания, молочные, мясные и так далее, и о том, как правильно надо хранить те или иные продукты питания, для каких необходим холодильник, чтение информации на упаковке продуктов, то есть это сроки хранения, дата изготовления. Здесь мы работаем над освоением правил устройства домашней жизни, над разнообразием повседневных бытовых дел, понимание предназначения бытовых предметов, вещей, техники, бытовой техники. Или при изучении сезонных изменений мы говорим с детьми о погоде, о температуре воздуха в разное время года. А также обсуждаем, как одеваются, что носят люди в то или иное время года, какая одежда для каких условий наиболее подходит. В четвертом классе в разделе «Растения», например, есть информация о лекарственных растениях, о том, что их можно приобрести в аптеке, о том, что обязательно надо ознакомиться с информацией, размещенной на упаковке, чтобы знать, понимать, при каких заболеваниях можно применять это растение, в каких случаях его нельзя использовать, как приготовить лекарства из этого растения. В разделе «Безопасное поведение» рассматриваются вопросы пользования транспортом. Учебник предлагает современные термины, которые должны знать дети, такие как общественный транспорт, кондуктор, турникет, валидатор, поручни и так далее. И для лучшего усвоения материала, для закрепления знаний, закрепления навыков на уроках, материал учебника добавляется игровым, иллюстрационным, практическим дополнительным материалом рабочих тетрадей. Также вот некоторые развороты из рабочих тетрадей на слайде представлены. В связи с тем, что у детей с умственной отсталостью представления об окружающем мире могут быть фрагментарными и стереотипными, как правило, ограничиваются они конкретными привычными ситуациями, поэтому картина мира может быть искаженной, неполной и недостаточно упорядоченной во времени и пространстве. Отсюда определенные трудности, такие как понимание, трудности в понимании закономерного развития событий, трудности в понимании взаимосвязи человека и окружающего мира.
И здесь необходима помощь ребенку в формировании именно целостной картины мира, упорядоченной во времени и пространстве. Данное направление в курсе «Мир природы и человека» предусматривает умение адекватно вести себя в окружающем мире, расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребенка с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, адекватного бытового поведения, формирование представления об опасности и безопасности. Это умение подразумевает использование вещей в соответствии с их функциями, в соответствии с принятым порядком, в соответствии с характером той или иной ситуации. Расширение и накопление знакомых и освоенных мест за пределами дома и школы. Это может быть двор, дача, лес, парк, ближайшая речка и так далее. Это также понимание значения символов, фраз, обозначающих опасность, и умение действовать в соответствии с их значением. Например, такие, как «опасно для жизни», «осторожно, скользко», ну и разные вот такие фразы, которые используются для предупреждения. Умение ребенка осваивать, накапливать и упорядочивать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и в пространстве. При этом для выражения своих накопленных впечатлений, для взаимодействия с другими людьми, и взрослыми, и сверстниками, для совместной какой-то исследовательской деятельности необходимо владение и достаточным запасом фраз и определений, умение устанавливать взаимосвязь порядка природного порядка и уклада собственной жизни в семье, в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию. Ну, например, если грязно на улице, значит, нужно прийти и помыть грязные сапоги, какую-то обувь. Нужно принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день и другие ситуации. Сюда же входит и формирование интереса ребенка к новизне, развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы и включаться в совместную со взрослыми деятельность, со взрослыми и сверстниками деятельность. Так, например, в первом классе дети знакомятся с тем, какие объекты живой и неживой природы встречаются в городе, в деревне. Сначала по картинкам учебника, а потом и на практике, какие объекты ребенок видит, когда идет в школу. Отрабатываются навыки нахождения неких ориентировочных объектов по дороге в школу, по дороге домой. И так постепенно накапливаются как раз вот эти разные освоенные места за пределами дома, за пределами школы. Разворот из учебника второго класса. Здесь разучивание правил поведения на льду, в лесу. В ходе знакомства с этим материалом, в ходе выполнения заданий идет работа над расширением и обогащением опыта реального взаимодействия и с бытовым окружением, и с миром природных явлений и вещей. И таким образом идет формирование адекватного представления об опасности и безопасности. Материалы по безопасному поведению вообще не включены в разные разделы программы в качестве отдельных заданий, направленных на формирование жизненных компетенций, как тема для обсуждения, как тема для беседы. В рабочих тетрадях продолжается работа над этими умениями, например, вот как на этом развороте. Тетради для второго класса, дети закрепляют умение устанавливать взаимосвязь природных явлений, природного порядка и распорядка собственной жизни, уклада собственной жизни. То есть в зависимости от времени года, в зависимости от времени суток, от окружающего природного мира.
Третий класс. В третьем классе, например, одно из заданий, направленных на реализацию этого направления, это знакомство обучающихся с календарем. Дети учатся им пользоваться. Большое внимание уделяется нахождению дат, дней недели, месяцев, соотносят их с временем года. В ходе этой деятельности формируется умение устанавливать связь между ходом собственной жизни и природным порядком. В четвертом классе вообще есть целый отдельный раздел «Безопасное поведение». Это, можно сказать, небольшая энциклопедия, в которой рассматриваются правила безопасного поведения в быту, с бытовыми приборами, правила безопасного поведения на улице, правила дорожного движения. И при изучении этого раздела, конечно, нужен для детей практический опыт. И программы предусмотрены, экскурсии, например, экскурсия может быть пешеходный переход, во время которой идет практическая отработка навыков перехода дороги по пешеходному переходу, по светофору. Также планируются экскурсии для отработки правил поведения на транспорте, в общественных местах. Кроме того, для достижения результатов по этому направлению коррекционной работы, это осмысление и дифференциация картины мира, учащимся необходимо владеть и определенным запасом фраз и определений, который был бы достаточен для выражения их впечатлений, наблюдений, действий, для коммуникации, взаимодействия с другими людьми. Например, но я не буду их все зачитывать, вот ряд фраз приведен для включения в совместную деятельность со взрослыми и сверстниками. То есть вот таким запасом ребенок, ну, нужно, чтобы обладал достаточный набор фраз, типа что это такое, что это значит и так далее. Или же тоже такой достаточный набор фраз для передачи личных впечатлений, для взаимосвязи с явлениями окружающего мира. Ну, тоже не буду я их уже зачитывать, они останутся, они будут на слайде. Для решения задачи социальная адаптация обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Важнейшее направление – это овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия. Формирование умения общаться и использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. Умение задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос. Это умение поможет ребенку устанавливать конструктивное общение, например, в аптеке, в магазине, в поликлинике и в каких-то других общественных местах. Конечно, сюда входит и работа со словарем, с опорными словами, изучение новых слов, развитие речевых умений, развитие связной речи, формирование культуры речи, умение общаться. Обогащается словарь учащихся и при организации беседы на уроках. Он таким образом активируется, и усвоенные в ходе темы слова включаются в речь. Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» направлен на овладение следующими коммуникативными навыками. Это умение вступать в контакт и работать в группах. Это умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, доброжелательно к ним относиться, сопереживать им. Это умение использовать принятые ритуалы социального взаимодействия со сверстниками, с учителями. И, соответственно, дифференцировать формы коммуникации, то есть неформальное общение может быть со сверстниками и уважительное со взрослыми, с учителями. Это умение слушать и понимать инструкцию к заданию. Это соблюдать простейшие нормы речевого этикета и освоение культурных форм выражения своих чувств.
На примере разворотов из учебника первого класса раздела «Растения» видно, что с расширением представление об объектах, предметах, явлениях окружающей действительности обогащается словарный запас детей, вводятся соответствующие термины. И вот видно наглядно на развороте, дифференцируется значение слов. Так здесь объясняется различие понятий стебель, ствол, трава, куст, дерево. Идет работа с опорными словами, они вынесены в рамку. На втором развороте показывается различие между видовым и родовым понятием. Например, это роза, это астра. Роза и астра – это цветы. Дети учатся правильно сочетать слова, которые обозначают предметы и их признаки или действия. На третьем развороте тоже идет работа с опорными словами, составление рассказа по опорным схемам. Все это направлено именно на речевое развитие детей. Например, в третьем классе задание «Ласточки могут предсказывать погоду». Если ласточка летает низко, значит, скоро пойдет дождь. Узнай у взрослых, почему так происходит, и расскажи друзьям. Это работа над умением и задавать вопросы, и понимать ответы, и на развитие устной речи. Ну и, конечно, много интересных заданий в рабочей тетради. Например, здесь представлена страница из рабочей тетради для третьего класса с таким заданием. Вечером включи телевизор и вместе со взрослыми послушай прогноз погоды на завтра. Какую температуру назвал доктор, подумай, будет тепло или холодно, обсуди со взрослыми, какую одежду приготовить на завтрашний день. Опять же, и умение слушать, умение понимать речь, умение задавать вопросы, сотрудничать со взрослыми. Ну и разворот учебника четвертого класса. Примерно умение адекватно обратиться к взрослому за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз, определений, ну, в частности, здесь вот помочь вскопать, разрыхлить, то есть ребенок должен назвать эти термины, назвать действия и попросить о помощи. На формирование навыков коммуникации направлены и разнообразные игровые задания. В ходе игры развиваются навыки общения. Дети учатся вступать в разговор, обмениваться чувствами, переживаниями, словесно выражать свои мысли, учатся согласовывать свои действия с действиями других учащихся, развивается речь. И поэтому, конечно, игровые задания очень важны для формирования коммуникативных навыков. Так, и следующее. Направление осмысления своего социального окружения, а также своего места в нем и освоение соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. Данное направление коррекционной работы направлено на формирование знаний о правилах поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса. С близкими в семье, с учителями, учениками в школе, с незнакомыми людьми в транспорте, в кино. Прежде всего, здесь необходимо, чтобы у ребенка имелись представления об общественных нормах, о социально одобряемых формах поведения, а также социально неодобряемых формах поведения в обществе. Отсюда и умение вести себя в разных ситуациях с людьми разного возрастного и социального статуса. Умение адекватно использовать принятые в обществе социальные ритуалы, то есть это выражать благодарность, просьбу, сочувствие, корректно выразить недовольство или отказ, в том числе и ритуалы, принятые в школьной жизни. Это и выполнение поручений, обязанностей дежурного, например, по классу, по столовой. И опять же рассмотрим на примерах, на разворотах учебника, правила поведения, правила общения –
Эти умения, конечно, формируются, собственно, в процессе общения, при взаимодействии, и здесь большое значение имеют совместные игры. Например, в первом классе, и это в учебнике предложено такое задание, разучивается игра «Мороз, красный нос». Вообще игра – это важное средство самовыражения детей, это такое познание и самого себя, своих возможностей. В игре ребенок учится и управлять собой, формируются какие-то и основные психические процессы, формируются свойства личности. И это, конечно, важно для детей, особенно для в коррекционной работе с детьми с умственной отсталостью. В играх дети учатся усваивать правила поведения в обществе, учатся вести себя в каких-то определенных ситуациях. И также во время игры необходимо соблюдать те или иные ритуалы общения, умение выразить свое мнение, выразить свои чувства. Или практические задания на совместную работу со взрослыми, с родителями. Ну, таких заданий вообще в учебниках очень много. Здесь вот, например, во втором классе это приготовление салата из овощей, или там в третьем классе заваривание травяного чая. Причем после приготовления приглашаются и друзья на чай, на салат, то есть это соответствующие приемы приглашения и угощения. В четвертом классе изучаются правила поведения в школе в разделе «Безопасное поведение». Дети разбирают разные ситуации, как надо себя вести на уроках, в школах, какие-то принятые ритуалы на уроках, взаимодействие с одноклассниками и на уроках, и на переменах. В каждой теме курса «Мир природы и человека» представлены задания на развитие той или иной жизненной компетенции, и они обозначены вот таким специальным значком. Но не только отдельные задания, в целом вся программа курса носит личностно-развивающий характер, обеспечивает активизацию и познавательной деятельности, и развитие речи. Это очень важная составляющая именно развития речи. Здесь еще такое дополнение. Многие уроки могут начинаться или с разучивания закличек, или с загадок, с разбора пословиц. А это способствует тому, что формируются такие компетенции, как умение вступать в контакт, умение работать в группах. Происходит здесь также и расширение словарного запаса детей, развитие речи, формирование коммуникативных навыков. На каждом уроке «Мир природы и человека» можно провести игру, игровые упражнения, разучить считалку, отгадать загадку, ребус. И это поможет детям знакомиться с новым для них материалом. На уроках можно использовать стихи или просто рифмованные тексты. И, кстати, большую помощь в этом оказывают рабочие тетради, в которых все эти виды заданий присутствуют в рабочих тетрадях, и их можно использовать на уроках. Ну вот здесь тоже разворот уже рабочих тетрадей, они содержат и вопросы, и задания, которые позволяют обучающимся закрепить знания. Включены практические задания в тетради. Они таким образом, тетради способны обеспечить индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения. Потому что для каждого учащегося педагог может выбрать доступные по сложности, по самостоятельности выполнения задания. Задания не дублируют, задания в тетради не дублируют задания в учебнике. Включены задания на развитие устной речи. Практикоориентированные задания присутствуют, есть в тетради. Есть задания с привлечением жизненного опыта обучающихся. Как я уже говорила, занимательные задания, загадки, ребусы, задания на раскрашивание, стихотворения,
И важно отметить, что последовательность тем в рабочих тетрадях полностью соответствует содержанию учебников. Ну и, конечно, для реализации и академического компонента, достижения предметных результатов и для формирования жизненных компетенций у детей с интеллектуальными нарушениями на уроках «Мир, природа и человека» используем различные методы обучения. Словесный метод – это рассказ, объяснение, беседа. Причем беседа является, пожалуй, основным методом обучения. Беседа организуется в процессе ознакомления с предметами и явлениями, во время наблюдений, во время каких-то практических работ. И главным компонентом беседы является речь самих обучающихся, а учитель руководит речевой деятельностью детей, он ее активизирует, исправляет, конечно, ошибки, учит сосредоточить внимание на каких-то определенных предметах и явлениях. Следующий – это наглядный метод. Это метод иллюстрации, демонстрации. На уроках используются разнообразные наглядные средства обучения. Это и макеты, муляжи, какие-то натуральные объекты, гербарии. Программа вообще предполагает большое количество непосредственных и наблюдений, поэтому большое значение придается экскурсиям. Большое значение имеет и практический метод обучения. Это практические работы, это игровые задания. Также используются такие методы, как репродуктивный метод, то есть метод работа по алгоритму, воспроизведение информации, метод проблемного изложения, то есть идет постановка проблемы и показ пути ее решения. И частично поисковый метод, когда дети пытаются сами найти путь к решению проблемы. И, в принципе, одна из основных задач уроков по предмету «Мир, природа и человека» – это научить детей узнавать в окружающем мире, в окружающем социуме ситуации, в которых необходимо и возможно применить полученные на уроках знания. Эти ситуации берутся учителем из жизни и вводятся в образовательный процесс. Ну, например, это может быть тоже приготовление каких-то простых блюд, правила поведения в различных ситуациях, уход за домашними животными и другие ситуации. Ну и несколько слов о программном обеспечении курса. Общие требования к содержанию предмета отражены в основной нормативной документации. Это, конечно же, стандарт. Это примерная адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Конкретизированы требования в примерной рабочей программе предмета «Мир, природа и человека». Пока только эти программы утверждены для первого, дополнительного и первого классов. Все вот эти перечисленные документы находятся на сайте в Госреестр. Также они изданы и в печатном варианте. На настоящий момент действительно пока не утверждены тексты примерных рабочих программ для вторых, третьих классов, но надеемся, что, может быть, в ближайшее время все-таки это произойдет. Но в примерной адаптированной основной общеобразовательной программе представлены и планируемые результаты, и содержание курса с 1 по 4 классы. Также можно воспользоваться, и об этом я уже говорила, авторскими рабочими программами, которые представлены в методических рекомендациях. Тоже они с 1 по 4 класс разработаны и находятся в свободном доступе на сайте издательства «Просвещение». Ну и дальше некая справочная информация. Я думаю, вы ее уже посмотрите. Я просто хочу посмотреть, есть ли какие-то вопросы. Но вопросов я не вижу. Коллеги, заходите на сайт издательства «Просвещение». Там можно найти информацию о литературе для детей с ограниченными возможностями здоровья. На следующих слайдах. Так,
что-то у меня уже не переключается. Но презентация будет вам представлена, вы сможете ее скачать и пользоваться необходимой информацией. На последнем слайде есть контакты, в том числе для вопросов по учебно-методической литературе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому, если есть вопросы, обращайтесь, спрашивайте. На этом спасибо вам за внимание. Я вам желаю успехов. Хорошо провести еще какое-то время каникул, отпуска. Всего вам доброго. Спасибо.